вас. Благодарю вас. Проходите. Прошу вас, мисс Нида. Спасибо. Вам придется подождать. Я дам вам какую-нибудь книгу. А мистер Вульф занят? Он более чем занят. Он завтракает. Этот процесс нельзя прерывать, иначе мы увидим разъяренного тигра. Может быть, мне тогда лучше прийти попозже? С 9 до 11 мистер Вульф находится в оранжерее. Там его тоже нельзя тревожить. А я так понимаю, дело у вас срочное. Извините, так неловко получилось. Но вы знаете, я всю ночь не спала. Потом в 6 утра позвонила одной своей клиентке. А та сказала, что у нее есть подруга Лили Роуэн. У которой есть друг, который работает у самого Вульфа. И в 6:15 вы позвонили Лили Роуэн. Я совершенно случайно оказался рядом. Извините, пожалуйста, но мне правда очень нужна помощь. Ну, тогда сидите тихо и не бойтесь. Мистер Гудвин, а может быть, а вы сами не могли бы заняться моим делом? Вы ведь тоже детектив? В этом доме есть только один детектив, Нира Вульф. Он же хозяин, цветовод и гурман. И кроме того, гений. А вы? У меня значительно больше титулов. Я старший помощник, шофер, телохранитель, бухгалтер, стенографист и машинистка. Но... Еще я мальчик на побегушках. Да, пусть будет... Суп из рябчиков. Пусть Арчи съездит на 15-ю улицу к Шульцу и привезет дюжину. Да, сэр, и с фрикадельками. Ты считаешь? Непременно. Из толченой грудки рябчиков, белый хлеб, замоченный в молоке, 2 яйца, тмин. И все это перемешать серебряной ложкой. Пожалуй. Доброе утро. Доброе утро, Арчи. Ну уж ни в коем случае. Не фаршированная индейка. Согласен, сэр. Лично я предлагаю фаршированного барашка. Согласитесь, он сам сюда просится. Просто, блин, нафаршируйте меня. Молодого барашка можно взять у Макдоналла. Хотя нет, его баранина стала не такой нежной. Теперь над фермой летают аэропланы, и животные пугаются. Отвлекитесь, сэр. Я занят, Арчи. В кабинете вас ждет клиент. По-моему, с нашим банковским счетом все в порядке. А по-моему, нет. Скажи, я больше не работаю. Умер, заболел. Отравился. Твоими остротами. Короче, я не принимаю, так и скажи клиенту. Она плачет, сэр. Ох, еще и женщина. Арчи, а ты никогда не подумывал сменить работу? Всякий раз, сэр, когда вижу вас в таком состоянии. Потому что если вас не остановить, это безумие может продолжаться неделю, а то и две. А уж это мое дело. Ступай в кабинет. И скажи ей, что я... Можешь даже сказать, сошел с ума. Нет уж, у меня слишком мягкое сердце. Девушка просит помощи. Прибежала к нам чуть свет. Так что пойдите и откажите ей сами, сэр. Это все ты. Барашка, барашка. Фрикаделька. Здравствуйте. Ну? Я не спала всю ночь. Короче... Я к вам пришла, потому Еще что... Еще короче. Домери и Нидер. А? Что? Это одна из известнейших фирм на 7-й авеню. Я думаю, что вашим женам это название о многом говорит. У нас нет жен. А, наш дом моделей один из самых крупных в Нью-Йорке. Дело в том, что 30 лет назад
Его основали Джин Домери и мой дядя Пол Нидер. Я не занимаюсь промышленным шпионажем. Нет, вы неправильно поняли. Я расскажу подробнее. Дело в том, что Джин Домери был организатором всего дела и продавцом продукции. А дядя Пол был модельером, творцом. И без него бы Домери нечего было бы продавать. Кстати, мисс Нидер, за свои услуги я беру очень крупные гонорары. Я уже объяснил это, мисс Нидер. Мне принадлежит половина дела. И давно умер ваш дядя? Около года назад. Он покончил с собой. Что вам от меня надо? Когда умер мой отец, дядя начал обучать меня основам моделирования. Он, конечно, не сделал бы этого, если бы не был уверен в моих способностях. Это в каких же? Моделирование одежды, естественно. Наверное, я должна объяснить вам, почему меня не удивило самоубийство дяди. Наверное. Я знала, что дядя был глубоко несчастным человеком. А все дело в Элен Домере. Это жена компаньона. Она была единственной женщиной, которую дядя когда-либо любил. Но, впрочем, сейчас все это уже не важно, потому что она погибла во время конной прогулки. Как? Лошадь понесла и сбросила Элен на камни. А она была на прогулке одна? Нет, с мужем. А Домери догадывался о связи жены с вашим дядей? Иногда мне так казалось, но нет. Элен была очень умной женщиной. После ее смерти он сообщил, что ему надо уехать. А через 4 дня пришло известие о его самоубийстве. Тогда мне даже в голову не пришло в чем-то усомниться. А какой способ самоубийства выбрал ваш дядя? Он поехал в национальный парк Йеллоустон, разделся, оставил письма мне и адвокату и нырнул прямо в гейзер. Да, температура в глубине гейзера значительно превышает точку кипения воды. Дядя Пол и вправду был человек со вкусом. Ну, мне пора в оранжерею, извините. Но он жив. Я видела его вчера здесь, в Нью-Йорке. И не надо мне говорить, что это был не он. Вчера в демонстрационном зале он сидел между Агнессой из Вог и Гумпертом из Геральдии. Синтия, а кто смоделировал этот чудесный ансамбль, что на вас? А я? Я даже шила его, если хотите знать. Ну, только со шляпкой мне немного помогла Полли. Полли? Да, Полли Зарелла. Она просто волшебница нитки и иголки. Все наше производство на ней держится. А вот теперь, мисс Нидер, спокойно продолжайте свой рассказ. А, да. Извините. Я как раз демонстрировала черно-белый костюм из саржи. Это был дядя Пол, хотя он был с усами и в очках. Я еле смогла взять себя в руки, а за кулисами спросила у Домери, что это за тип. Он сказал, что не знает всех журналистов, может быть, из Дейли Уокер. Мне хотелось подбежать к дяде Полу, но нужно было довести демонстрацию до конца. А потом он исчез. Он даже не увидел гвоздь нашей программы. Пиджак с накладными плечиками и юбку с двойной кромкой по подолу. А вы уверены, что кроме вас никто не узнал его? Уверена. Иначе поднялся бы большой шум. Мертвый ожил. А кто-нибудь из присутствующих знал его? Все. Он же был знаменитостью. А вы кому-нибудь рассказали об этом? Нет. Вам первому. Я все время пыталась решить, что же мне делать. Мой совет – просто забыть обо всем. Пусть дядя носит на здоровье усы и очки. А вы распоряжайтесь по-прежнему половиной активов фирмы. За нашу беседу я много с вас не возьму. Нет, я хочу понять, что происходит. Потому что дядя Пол был для меня самым... Извините.
Не принимайте решений, когда расстроены. А кроме того, есть все же вероятность, что вы ошиблись. Я согласен. Вы знали своего дядю лучше других. Но его партнер, мистер Домери, знал его как минимум 30 лет. Ведь это его вы спросили за кулисами. Про журналиста в очках. Нет, я забыла вам сказать. Это был Бернард Домери, его племянник. А Джин Домери, он умер. Ты тоже прыгнул в гейзер? Нет, несчастный случай. Он упал с катера во Флориде и утонул. Ага. Когда? Так, сегодня 9-е. Это было что? Чуть больше 6 недель назад. А кто еще был в катере? Берни. Бернард Домери, его племянник. И он же унаследовал вторую половину дела. Да. Но полиция разбиралась, это был несчастный случай. Возможно. Однако у вас получается какая-то хроника несчастных случаев. Падение с лошади, прыжок в гейзер, падение с катера. Ну, ладно. Так что вы хотите от меня? Найдите моего дядю Пола. Задаток в $2000 вас не обременит? Я сегодня же вышлю вам чек. Еще что-то хотите сказать? Я не знаю, но после смерти, то есть после исчезновения дяди Пола, я не смогла найти его папку с эскизами. Ну, знаете, наброски, идеи. Но рано или поздно, думаю, я ее все равно найду. Желаю удачи. Ну, не буду больше вас задерживать. Мистер Вульф, сегодня у нас большой показ для закупщиков. И, может быть, дядя снова появится. И если бы мистер Гудвин тоже пришел, я подала бы ему знак, увидев дядю Пола. Возможно, возможно. Арчи, обсуди с мисс Нидер детали. Мистер Вульф, да. Извините, но я не могу промолчать. Вам нужен совсем другой покрой жилета. С глубоким вырезом, чтобы не утяжелять фигуру. Я его что, обидела? Ну, это же правда. Ну, ничего, сегодня мистеру Вульфу полезно позлиться. Я похож на закупщика одежды? Нет. Но если бы пришла ваша знакомая, я имею в виду мисс Лили Роуэн, мне кажется, ей могла бы понравиться моя новая коллекция. Вы скрыли от мистера Вульфа ваши деловые качества. Наш оборот превысил за прошлый год $2 миллиона. А как мы попадем на показ? 7-я авеню, номер 496. Я вам оставлю приглашение на 2 лица. А если я увижу дядю, я поправлю волосы. Вот так. Очень хорошо. Когда мне было столько лет, сколько этой девушке? Какая девушка, сэр? Да неважно. Тогда у меня была одна рубаха, одни штаны и один овчинный кожух. Он же пальто, матрас и одеяло. Обычный костюм я увидел только в 17 лет, когда я первый раз спустился в город. И где это было? В одной маленькой балканской стране. И когда я шел по этому городу, где улицы были вымощены конским навозом, я
витрине какой-то ловчонки увидел коробку со странным цветком. С длинными лепестками, необычного светло-сиреневого цвета. Это была орхидея. Да, Теодор, только бумажная. Прошу прощения, какую фирму вы представляете? Пальто и платье для модного дома Фрискл. Извините, для вас мест нет. Ой. Ярче Гудвин меня пригласила мисс Синтия Ниддер. Если не верите, можете спросить у нее лично. В этом нет необходимости. Прошу вас, сэр. Еще раз напоминаю, я пришел сюда работать, и если ты будешь отвлекаться на наряд... Я буду сидеть тихо, как мышка. Видишь, я даже костюмчик такой надела, скромненький. Рада вас видеть. Здравствуйте. Позвольте представить, мисс Синтия Нидер, мисс Лили Роуэн. Очень приятно. Надеюсь, вам понравятся наши новые модели, и вы станете желанной гостьей Домери Нидер. Прошу, вам оставлены места. Спасибо. Увидимся. Джейн, я здесь. Работает всего несколько лет, но уже приближается к уровню своего дяди. А он был первоклассным модельером в Нью-Йорке. Да? А сегодня будет показ ее собственных моделей? Ну да, только те, которые будет демонстрировать она сама. Остальные подготовил вардробер. А кто это? Помощник Пола Нидера. Ну что вы. Он, конечно, очень опытен, но в принципе хороший метал. А не скажете, вон там... Шестьсот двадцать три, триста сорок восемь, сто восемьдесят шесть. 417. Черт возьми, я обязательно куплю это платье. 17-го будет партия у Сартеров, и Валерий, когда увидит его на мне, она умрет от зависти. Я обязательно его куплю. Я думаю, это будет незабываемое зрелище. Да, да. Триста семьдесят пять. 4. Я должна иметь этот ансамбль. Лили, милая, помню, что я обещала вести себя спокойно, как мышка. Откуда ты знаешь, как ведут себя мышки в подобных ситуациях? Я чувствую, Синтия не прогадала. 202. Ничего себе. Приятно. Всего на подиум выходили 6 девушек, включая мисс Нидер. И на всех 6 я захотел жениться. Синтия выходила 14 раз и каждый раз срывала громкие аплодисменты. Сигналов не подавала. Но я думаю, что тенденция к росту дохода в доме Ренидер, она сохранится. Один эксперт в области женской одежды доказал это на деле, купив сразу 2 костюма мисс Синтии. После чего, следуя вашим инструкциям, удалился. А дальше? А завтра будет повторная демонстрация, и можно будет повторить попытку. Нет, ну, дальше надо думать. А это уже по вашей части. Чек от мисс Нидер мы получили, так что пораскиньте мозгами, сэр. Thank you.
Ты ведь не ужинал. С чем тебе сделать бутерброд? С говядиной или с копченой лососиной? С говядиной. Ага. Знаешь, Фриц, а я всегда чувствовал, что на твоей кухне чего-то не хватает. Знаешь, Арчи, я тоже, но мистер Вульф уже сделал заказ, и скоро у нас здесь будет полный набор специй. Представляешь, некоторые пришлось заказывать в других штатах. Я не это имею в виду. А что? Мне кажется... Да нет, я уверен, здесь не хватает женской руки. Или даже фигуры. Зачем? Как же ты одичал, если задаешь такой наивный вопрос? Ну, конечно, готовить можешь и ты. Но ты представляешь, насколько вкуснее была бы твоя еда, если бы на стол ее подавало что-нибудь такое. А ты скажи об этом мистеру Вульфу. Хорошая мысль. А что? А сейчас пойду и скажу. Сэр, я думаю переехать от вас в ближайшее время. Да? Сниму просторную квартиру где-нибудь между 5-й и Мэдисон-авеню. Зачем? Я же докладывал вам. У меня теперь 6 невест. Одна лучше другой. Но поскольку выбрать самую лучшую трудно, я подумал в конце просмотра. А пусть будут все 6. Это разумно, не правда ли? Представляете, сижу я в гостиной осенним вечером, читаю газету, хлопаю в ладоши. «186. Франсуаза. 391. Изабелла. Мэри. Она вносит корзину с неоплаченными счетами, чековую книжку и ручку. Иди лучше спать, Арчи. Не могу, сэр. Мне будут сниться эротические сны. А каково это для мужчины в расцвете лет? Так что прошу учесть, пока вы не найдете дядю Пола, я буду вынужден катиться по наклонной плоскости. Еще увидимся, сэр. Завтра, за ланчем. Почему ты так мало съел куриной печени, Арчи? Фриц приготовил ее по славянскому рецепту. Запек в томатах с нарезанным сладким перцем. Вы же знаете, как Фрицу удаются рисовые блинчики с медом. И потом, не у всех такой вместительный желудок, как у вас. Спасибо. Сиди, Арчи. Ну, кто-то звонил, сэр. Даже атака эскадрильи бомбовозов не вправе прерывать трапезу. Фриц, открой дверь. Постойте, подождите. Мистер Вульф еще не закончил ланч. Привет. Ну, что?
Извините, что помешал. Доброе утро. Какое утро? Час дня. Утро мистера Вульфа продолжается до тех пор, пока он не выпьет свой дневной кофе. Здравствуйте, инспектор. Если вы еще не ели, присаживайтесь. Я занят и спешу. К вам вчера приходила женщина по имени Синтия Нитер. Ну? Что ну? Вы сообщили факт, а у меня ланч. Что ей было нужно? Вы знаете мои привычки, Крамер. Я никогда не говорю о делах за едой. Но если вы подождете в кабинете... Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в столовой инспектор Крамер как раз спрашивает про вас. Ой. Тихо. Они меня допрашивали 2 часа. Что случилось? Потому что я, дядя, мой дядя... Если бы вы не были представителем закона, мистер Годвин вышвырнул бы вас вон. Все, что мне нужно, это узнать, зачем Синтия Нидер приходила к вам. Вы имеете право спросить, зачем мне это нужно. Я бы вам ответил, если бы вы меня об этом спросили, а не занимались бы обжорством. Вчера вечером, между 20 часами и полуночью, в помещении фирмы Домери Нидер произошло убийство. А Синтия Нидер была там с 9 до 9:30. Она утверждает, что ей нужно было взять какие-то рисунки. Покойного ударили сзади по голове металлическим прутом несколько раз. И кто же был покойный? Никто не знает. И нет никаких документов, удостоверяющих его личность. Кто это был? Вы спятили, инспектор. Высокий мужчина с прилизанными седыми волосами. Вы можете назвать его имя? Никогда такого не видел, сэр. Скопище лжецов. Синтия Нидер дважды солгала, прежде чем призналась, что заходила к вам. Как? Мисс Нидер арестована? Она не арестована. Ее выпустили и установили за ней слежку. Мистеру Крамеру доложили, что она направляется к нам. Вот он и примчался. Мисс Нидер ждет в библиотеке. Привезти? Вы нахальный мелкий пакостник. Зачем она прибежала к вам? Так это она позвонила в дверь, когда мистер Крамер мешал мне завтракать. Да, сэр. Угу. Что она сказала? В основном плакала. Но это неудивительно. После 2 часов, проведенных с полицейскими... Приведи ее. Bolognese, blanchenese. Присаживайтесь, мисс Нидер. Мисс Нидер, я работаю на вас. Вы заплатили аванс, правда? Да, конечно. Несколько советов для начала. Вас отпустили, создав видимость свободы, но установили за вами слежку. Если вам потребуется куда-нибудь съездить, без ведома полиции, сообщите мистеру Годвину. Он подскажет, как это сделать. Насколько я понял, из вас вытянули, что вы вчера приходили сюда, но вы отказались сообщить. Зачем? Это так? Да. Вы поступили разумно. Вы подозреваетесь в убийстве. Но это не обязывает вас сообщать обо всех других своих тайнах. У меня другое положение. Я не имею права
скрывать от инспектора полиции то, что вы мне сказали. Иначе я лишусь лицензии частного детектива. И кроме того, я всегда восхищался, восхищаюсь и буду восхищаться мистером Крамером. Вы все поняли? Да. Кажется, да. Инспектор, мисс Нидер вчера приходила ко мне посоветоваться относительно своего дяди. Какого дяди? Пола Нидера. Год назад он прыгнул в гейзер в Йеллоустоунском парке. Она говорила также о фирме, о дядином партнере и его жене. Но мне кажется, что вы лучше знаете обо всем этом, чем я. В качестве содействия полиции могу сообщить только вывод, к которому я пришел. Мисс Нидер столкнула дядю в гейзер, а потом прибежала ко мне, почему-то взяв в голову, что я помогу ей выкрутиться. Как? Вы? Арчи. Да, сэр. Ты тоже так думаешь? Несомненно. Она именно так и сказала, что убила своего дядю? Нет, конечно. Но поскольку она не сказала прямо, чего от меня хочет, у меня сложилось такое впечатление. У нее железное алиби. Весь тот день на людях. И дядя оставил прощальные письма. Вы издеваетесь. Она не могла этого сделать. Ну, значит, мое впечатление было неверным. Зачем вы посылали Гудвина на показ мод? Арчи, а ты не помнишь, зачем я посылал тебя на показ моделей? Конечно, помню, сэр. Вы приказали мне смотреть в оба и обо всем доложить. Я так и сделал, но вчера вечером вы не захотели меня слушать. Может быть, вы захотите, инспектор? Представляете, на подиум выходят 6 очаровательных девушек. Заткнитесь, Гудвин! Чёртовы лжецы! Ваше поведение в моем доме – достаточный повод, чтобы лгать вам день и ночь. Мы лжем? Угу. Докажите. А если у вас хватит наглости задержать нас с Гудвином, и вы ничего не докажете, мы привлечем вас к суду за превышение полномочий. Мы не имеем права вышвырнуть вас отсюда, но мы можем уйти отсюда сами. Мисс Нидер, Арчи, пойдемте. Это вы его убили? Арчи, останови ее. Да какого черта вам надо? Не беспокойтесь, сэр. Это не от горя или страха, это скорее от голода. Бьюсь об заклад, она не ела с самого завтрака. Боже мой. Мисс Нидер. Вы пропустили ланч? Меня задержали в участке, а потом я торопилась к вам. Какое варварство! Арчи, отведи немедленно ее на кухню. Нет-нет, спасибо, я не хочу есть. Чепуха! Прошу вас. Фриц, познакомься, это мисс Синтия Нидер. Фриц Бреннер, наш повар. Доброе утро. Здравствуйте. Мэм. Если честно, готовит неплохо, но не хватает ему какой-то фантазии женской руки, знаете. Это наш холодильник, там мы храним пиво. Здесь у нас выпивка, тут сыр. Это наша плита. На ней Фриц готовит нам завтрак. Иногда пересаливает. В общем, страдаем. Ну, Фриц, это совсем не то, о чем ты подумал. Эту молодую леди инспектор Крамер пытал голодом. Она наша клиентка. Прошу вас, садитесь. Я подозревал, что мистер Крамер плохой человек. Но что настолько? Настолько. У тебя еще остались блинчики? Да.
Давай. Сейчас. Что, опять? Простите. Я просто вспомнила. У меня завтра день рождения. Поздравляю. С чем? Ну, с тем, что вы хотя бы не проведете его в тюремной камере. Спасибо. Фриц, когда мисс Синтия хорошенько поест, проводи ее в библиотеку. Хорошо. Приятного аппетита. У нее завтра день рождения. Ну и что? Фу, сэр. Для девушек это самый важный праздник. Тогда, как знаток девушек, скажи, виновна ли мисс Снидер в убийстве того человека? 100% гарантии дать не могу, но думаю, что нет. Хорошо ест? Ест, как человек с чистой совестью. Решим так. Не убивала. Конечно, если факты не докажут обратного. К нашему позору. Ну? Вы себя лучше чувствуете? Да, спасибо. Наверное, я действительно была здорово голодна. Хорошо. Продолжим. Итак, вы пришли, как только вас отпустила полиция. Ну и означает ли это, что и в новых обстоятельствах нужна вам моя помощь? Да, я хочу сказать, будет что... лучше, если говорить буду я, а вы только отвечать. Ведь Крабер вполне может вернуться с ордером на арест. Ответьте. Тот, кого вы встретили позавчера, и тот, которого убили вчера. Это один и тот же человек? Да. Ваш дядя? Да. Я подошла, а он... об этом расскажите подробнее и по порядку. Помните, я говорила вам о дядиной папке с рисунками? Вот вчера после работы никого не было в фирме, и я решила поискать ее в кабинете Домери. Я уверена, что папку присвоил именно он. Я заставила себя подойти ближе и взглянуть. Лицо было изуродовано, но это был дядя Пол. На щиколотке дяди Пола было два небольших шрама. Однажды его укусила собака. Поэтому я уверена, что это был он. Но я и так его узнала. А вы уверены, что кроме вас никого не было в помещении фирмы? Да, ни единой души. Что вы делали дальше? Вернулась домой и позвонила мистеру Демаресту. Ага. А кто это такой? Юрист. Он был другом дяди Пола и его душеприказчиком. Я подумала, он скажет мне, что делать. А почему вы не позвонили мне? Ну, мы ведь с вами мало знакомы, правда? Я боялась, что вы мне не поверите. Ну да. Поэтому вы решили
скрыть этот факт. А вось я газет не читаю. Так что сказал ваш юрист? А его не было дома. Я перезвонила в 11:30, а он еще не пришел. А я ничего не понимала и не догадалась попросить, чтобы он перезвонил мне, когда придет. Я хотела позвонить еще в 12. Прилегла на диван подождать. И вот проснулась в 7:00 утра. Трудно поверить, правда? Дальше. А утром я подумала еще раз и решила никому ничего не говорить. Наверное, это было глупо, да? Ну. Мистер Вульф не хотел бы повторять это слово. Думаете, так легко было на утро, как ни в чем не бывало, пойти на работу? А там уже полно полицейских. Меня позвали на допрос. От испуга я стала говорить, что я не была вечером в конторе. Но потом я сказала правду. Ведь я ни в чем не виновата, и мне незачем было лгать. Ну и что вы хотите, чтобы я теперь сделал? Спас вас от обвинения в убийстве. Убийстве? Моего дяди? Да как бы я могла его вот так убить? Схватить, что ли, вот эту штуку? Она собирается плакать. Ну, ваша непосредственность доведет до слез кого угодно. А может, она снова проголодалась? Она же не может есть столько, сколько вы, сэр. Простите. Все, я готова отвечать на ваши вопросы. Мисс Нидер, если вы решили уйти в защиту, наймите адвоката. А если ж хотите, чтобы убийца вашего дяди был пойман, поручите дело мне. Решайте сами. Мне нужны вы. Через 20 минут я должен пойти к моим орхидеям, так что не будем терять времени. А вот теперь самый главный вопрос. Кто еще знает, что убитый – это Пол Нидер? Никто. Все сказали, что никогда прежде не видели этого человека и не знают, как он сюда попал. Но его лицо в таком состоянии, трудно ожидать, чтобы кто-то... Да, конечно. Но убийца, видимо, знал, кого убивает. Будем считать, что в свою очередь он думает, что кроме него это никому не известно. А полиция, ну, в ее успехах я сомневаюсь. Во всяком случае, после сегодняшней выходки инспектора Крамера я им ничего не скажу. Ну, а вы поступайте, как знаете. Я тоже не скажу. Хорошо. А сколько всего в фирме работников? А сейчас? Ну, около 200. Кто-нибудь из них имеет доступ в контору после рабочего дня? Никто. Только тот, кто имеет свой ключ. А у кого есть ключи? Так, дайте подумать. У меня, у Ворда Роупера. А, нет, еще у мистера Демареста. А кто открывает контору утром и закрывает вечером? А Поле Зарелло. Уже много лет. А, значит, всего 4 ключа. Mm-hmm. Да. А разве у вашего дяди не было ключа? Ну, конечно, если он не бросил его вместо себя в гейзер. И у его партнера, мистера Доммери. Если ключ был у Джина Доммери во время рыбалки, то сейчас он на дне моря. А если нет, то, наверное, он... У Бернарда. 5-й ключ. Итак, мисс Поле Зарелло, мистер Бернард Домери, мистер Роупер и мистер Демарест. А вы сможете их привезти сюда сегодня вечером? Сюда? До 6 я буду в оранжерее, а их хотел бы увидеть в этом кабинете в 8:30, после ужина. Нет, ну... Но я же не могу им приказать. И потом, ну что я им скажу?
чтобы они помогли найти убийцу дяди. А они же не знают, что это был дядя. И потом, ну, они все намного старше меня и считают меня просто нахальным ребенком. И только Бернард. Но он тоже старше. Арчи, я хочу видеть этих людей сегодня вечером в 8:30. Иди вместе с мисс Нидер и помоги ей привести их. Фаленопсисы заждались. А что? Да ничего. Ну, мисс Нидер, за работу. Thank you.
Вы к кому? Я мисс Нидер. А ты зачем здесь? Я работаю на Нира Вульфа. А Нира Вульф работает на мисс Нидер. Удачи в работе и личной жизни. Пусти. Он не сообщит инспектору Крамеру? Обязательно сообщит. А он нам не помешает? Ну, пока дело не зайдет в тупик, он вряд ли выкинет какой-нибудь фортель. Но это будет не сегодня и не завтра. Синтия, только что приходили из Булокс Вилшип, им очень понравились твои модели, особенно те три. Берни, это мистер Гудвин, помощник Нира Вульфа. Очень приятно. Нира Вульф? Детектив? Ужасные неприятности, но при чем тут Нира Вульф? Я его наняла. Зачем? Он мне нужен. Особенно после того, как я узнала, что такое полиция. С ума можно сойти. Следовало бы наоборот объяснить всем, что это дело нас не касается. Берни, я тебя хочу попросить кое о чем. Позвольте мне сказать. Нас это не касается и никаких разговоров. Красивая позиция. Особенно для того из вас, кого обвинят в убийстве и посадят в кутузку. Да мы здесь при чем? Зачем кому-то из нас убивать человека, которого мы никогда в глаза не видели? Полиция должна выяснить, как он проник сюда. Вот их задача. Святые слова. Беда лишь в том, что не все полицейские обладают таким логическим умом, как у вас. И велика вероятность того, что кого-то из имеющих ключи от этой двери арестуют по обвинению в убийстве. А в этом заезде мисс Нидер на целую голову впереди остальных. Она открывала эту дверь как раз вчера. Что за чушь? Синтия невиновна. Ну да, это послужит ей большим утешением, пока она будет сидеть в тюрьме в разгар осеннего показа мод. Тогда ей нужен адвокат. А вот как раз и он. Добрый день, Синтия. Добрый день, Бернард. Что, черт возьми, происходит? Генри Диморест, адвокат, а вы, вероятно, представитель закона. Арчибальд Гудвин, помощник частного детектива Нира Вульфа. О, солидная фирма. Как это понимать, господа? У вас в конторе находят труп, я об этом узнаю от полицейского, который не хочет меня сюда пускать. Могу я спросить, почему меня не поставили в известность? Я звонила вам вчера вечером, но вас не было дома. И сегодня звонила, между прочим, но вы вышли перекусить. Поэтому я пошла к Нира Вульфу. Меня чуть не арестовали по подозрению в убийстве за то, что я провела здесь вчера ночью 15 минут. Дитя мое, в таких ситуациях рядом с тобой должен быть я. Причем здесь Вульф? Позвольте мне ответить, мистер Диморест. Я как раз собирался сделать это, но вы пришли. Вы в курсе дела? Я знал, как обстоят дела 30 минут назад. Ну, тогда вы знаете столько же, сколько и мы. Я только что пытался объяснить мистеру Доммери, что мисс Синтия пытается избежать ареста, поэтому она и обратилась к Нира Вульфу. В данный момент я нахожусь здесь по его поручению собрать небольшое совещание у нас в офисе. Приглашаются мисс Нидер, мисс Зарелла, мистер Доммери, мистер Опер и вы. Вульфа устроила бы сегодня, в 20:30. Будет предложена легкая закуска. Нам вручаются повестки? Я бы так не сказал. Но это именно так. И все потому, вероятно, что у нас пятерых есть ключи. Однако, позвольте одно замечание. Основной функцией мистера Вульфа, насколько я понимаю, является предотвращение ареста мисс Нидер. И, скорее всего, он попытается сделать это путем предъявления суду кого-то другого. Но это трудный, это дорогой и, на мой взгляд, необязательный путь. Я берусь добиться тех же результатов меньшими усилиями и в 10 раз дешевле. Справедливо будет предоставить ей выбор, не так ли? Конечно. Неужели мы сами не сможем защитить Синтию? Впрочем, дорогая, это же все-таки твои деньги. Ты согласна платить Вульфу за то, что он найдет убийцу этого несчастного? Да, согласна. 8:30? Да. Вы придете? Проще прийти, чем отговорить мисс Нидер. А вы, мистер Доммери? Не знаю. Мне надо подумать. Как всегда. О чем тут думать? Есть о чем. В конторе найден труп. Если мы соберемся у детектива обсуждать убийство, то фактически признаем свою причастность к нему. Детектива наняла лично я. А репутация фирмы? Может быть, это нежелательно, я не знаю. Сколько вам нужно времени на раздумья? Сейчас 5 часов. До 7:30 хватит? Думаю, да. Я сообщу вам свое решение. Остались еще 2. Вы могли бы пригласить их сюда?
Или это тоже необходимо обдумать? Вы думаете за себя, а я за себя. Прошу зайти ко мне мистера Роупера и мисс Зарелла. Я же не мешаю вам поступать, как вы считаете нужным. И Синтии не мешаю. Еще бы ты мне мешал. Во всяком случае, ты могла бы со мной посоветоваться. Да как с тобой можно советоваться? Ты же теперь на все отвечаешь, надо подумать, надо подумать. А ты вечно все упрощаешь. Извините, что отрываю вас от работы, но день один черт пропал. Это мистер Гудвин, сотрудник детектива Нира Вульфа. Он хочет кое о чем вас попросить. Пожалуйста. Благодарю. Вы все очень заняты, поэтому я буду краток. Возникли дополнительные неприятности, связанные с этим делом. Полиция села на хвост мисс Нидер, и она обратилась к Нира Вульфу, чтобы он помог ей выпутаться. Вульф просит сегодня в 8:30 встретиться с 5 сотрудниками фирмы, у которых есть ключи от помещений. Ну, то есть со всеми вами. Эта встреча окажет добрую услугу, мисс Нидер. Так вы придете? Нет. Нет? Я останусь вечером с закройщиками. И так очень много времени ушло впустую. Это очень важно, мисс Зарелла. Я так не думаю. Об этом деле надо забыть, как о страшном сне. Я и полицейским так сказала. Если бы Синтии действительно что-то угрожало, я дралась бы за нее вот этими самыми руками. Потому что она самый лучший дизайнер в Америке, Европе и во всем мире. А вы, мистер Ропер? При создавшихся обстоятельствах считаю это нецелесообразным. Почему? Потому что явиться значит признать причастность к этому делу всех 5. Хотя причастен к нему только один из нас. На что вы, черт возьми, намекаете? Ни на что, Бернард. Это я так, шучу. Если это было шуткой, мистер Роупер, то неудачной. А вы уже приняли решение, мистер Домери? Конечно, нет. Ну что ж, мы подождем. Мистер Роупер, мисс Зарелла. От имени мисс Нидер я приказываю вам явиться сегодня в 8:30 в офис Нира Вульфа по адресу 924 дом по 35 улице. Вы подтверждаете мои распоряжения, мисс Нидер? Да. Не слышу. Да, я подтверждаю сказанное. Вы придете, мисс Зарелла? Если это так необходимо, как вы говорите, я приду. А вы, мистер Роупер? Вы все представили таким образом, что я не знаю, как и ответить. Между прочим, я способствовал успеху этой фирмы 14 лет. Конечно, мисс Нидер будет владеть половиной ее активов, если останется здесь. Что это вы имеете в виду, когда говорите «останется здесь»? Полиция редко ошибается в таких вещах, а у нее уже сложилось определенное мнение. Поэтому я и сказал, если она еще останется здесь. Я предупреждал тебя еще утром. Я просил оставить твои шутки. Извинись перед Синтией немедленно. Извиниться? За что? Роб, ты вылетишь из фирмы. Только не увольняйте его. Хотя бы до завтра. Вечером он должен быть у Вульфа. Он там будет. Ты придешь, Роб. Ты меня понял? Надеюсь, вы тоже придете, мистер Домери. Я решу позже. Я позвоню. Ваш номер есть в телефонном справочнике? Разумеется. Мы будем очень ждать вашего звонка. Так что я не прощаюсь с вами, господа. Открою.
Что будете пить, господа? Мне так рисково. Виски. А мне виски с содовой. Побольше содовой, пожалуйста. Хорошо. Спасибо, господа, что пришли. Я полагаю, мистер Гудвин объяснил вам мои методы работы. Поэтому пусть каждый просто расскажет мне, как он провел вчерашний вечер с 8 до 12. Не угодно ли вам начать, мистер Демарест? Я начну, но если позволите, не совсем с этого. Что вы имеете в виду? В фирме Домери и Нидер сложилась критическая обстановка еще до смерти Пола Нидера. Мистер Роупер все больше и больше ревнует к дизайнерскому таланту мисс Нидера. Осенняя коллекция наглядно показала ее абсолютное превосходство. Он, конечно, впадает в ярость, решает уволиться. Но его услуги все-таки нужны фирме, поэтому надо его как-то успокоить. Мистер Домери обратился ко мне с просьбой помочь ему, тем более, что юридически я представляю интересы половины дела. Он был юристом Пола. Так вот, вчера вечером Бернард, мисс Зарелла и мистер Роупер ужинали со мной вместе в ресторане. Затем мы отправились к Бернарду домой, чтобы закончить разговор. С нами была моя жена. Так что мы были неотлучно вместе с половины восьмого до глубокой ночи. Извините за подробности, но зато я ответил сразу за всех. А вы, мистер Домери, подтверждаете сказанное? Подтверждаю. А вы, мисс Зарелла? Да. Вы, мистер Роупер? А я нет. Утверждать, что мисс Нидер превзошла меня, абсолютная чушь. У меня дома три папки вырезок из газет и журналов, в которых меня признают величайшим дизайнером, ну, не величайшим, а лучшим дизайнером современной моды. Мы учтем вашу поправку. Но в остальном вы подтверждаете рассказ мистера Демареста? Нет, не было необходимости успокаивать меня. Пересмотр контракта, на котором я настаиваю... Проклятие! Отвечайте! Вы вчетвером были вчера вместе с полвосьмого до полуночи? Да или нет? Да. Арчи, у мисс Нидер стакан пуст. Займись, пожалуйста. Они были вместе, а мне никто ничего не сказал, даже Полли. Полиция проявляет повышенный интерес к мисс Нидер. У нее одной из всех обладателей ключа нет алиби. Мистер Домери, а как получилось, что мисс Нидер не была приглашена на это совещание? Разве она не совладелица фирмы? Да. Но официально не вполне. Казуистика закона такова, что пока не найдено тело. Короче говоря, ее интересы представлял я. А она поручила вам это в данном случае? Неужели так не очевидно, черт возьми? При Синтии вообще нельзя было бы разговаривать с Роупером. Он ее терпеть не может. Я протестую. И все же, разве вы не должны советоваться с ней по важным вопросам? У меня возникает подозрение, что мисс Нидер умышленно и систематически не допускали к управлению бизнесом, так? Да. Нет. Я не хочу сказать, что вы плохо относились к мисс Нидер. Один из вас, я имею в виду мистера Домери, сегодня решительно встал на ее защиту от намеков мистера Роупера. Однако, это как-то не вяжется, мистер Домери, с вашим нежеланием явиться сюда по просьбе той же мисс Нидер. И тоже для ее защиты. Это не было нежеланием. Просто мне требовалось обдумать. И часто вам приходится обдумывать, прежде чем решать. А вам какое дело? Я взялся предотвратить арест мисс Нидер по обвинению в убийстве. И, может быть, именно эта ваша привычка обдумывать подскажет мне, как это сделать. Хм. И как же? Мистер Демарест, вы давно знаете мистера Бернарда Домери? Два года.
С того времени, как он закончил колледж, начал работать у своего дяди. Хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Ему всегда требовалось время на обдумывание. Вы не заметили в нем никакой перемены в этом отношении? И думать нечего. Бернард всегда был решительным юношей, даже агрессивным. Он изменился после того, как стал фактическим руководителем фирмы, то есть после смерти дяди, 6 недель назад. Но ведь это вполне естественно, не правда ли, когда на человека его возраста сваливается такая огромная ответственность? Мисс Зарелла, вы согласны? Да. Бернард так изменился. А вы, мисс Нидер? Ну, может быть, у некоторых и могло сложиться такое впечатление. Чепуха. Вы уклоняетесь от прямого ответа. Он вас защищал, но это не требует от вас взаимности. Я вовсе не поэтому. Хочу сказать, что ваш честный ответ в конечном счете послужит к пользе мистера Бернарда Домери. Итак, подтверждаете ли вы перемену, произошедшую в нем 6 недель назад? Еще бы. Как вы считаете, чем это можно объяснить? Ну, я не знаю. Может быть, он советуется с небесным светилом или каким-нибудь магическим кристаллом? Что это взбрело тебе в голову? Я пошутила, Берни. А что, мистер Домери, это предположение, верно? Естественно, нет. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Они могут показаться неуместными, но я очень прошу ответить на них. Задавайте. Благодарю. Ваши родители живы? Да. А где они живут? В Лос-Анджелесе. Они знакомы с характером вашей работы? В самых общих чертах. Есть у вас братья или сестры? 2 сестры младшие. А другие родственники, с которыми вы видитесь или переписываетесь? Ты тоже хочешь, чтобы я продолжала рассказывать свою биографию? Мои вопросы для вас оскорбительные? Нет, но не глупы. Вот и ублажите глупца. Так как? Нет у меня никаких других родственников. А если у вас банкир, юрист, друг или другое лицо, с которым вы часто советуетесь по деловым вопросам? Естественно. Я советуюсь с разными людьми, включая мистера Димареста. Но мистер Димарест почти сразу принял приглашение мистера Гудвина. Однако вы не последовали его примеру. И что еще более странно, даже заставив мистера Роупера согласиться на нашу встречу, вот вы так и не смогли принять решение относительно себя. Чей же совет вам был нужен? Ничей. Я удовлетворен. Благодарю вас, мистер Домери. Господа, я полагаю, у вас есть право знать, кого убили вчера вечером в конторе Домери и Нидер. Это был ваш бывший коллега и патрон Пол Нидер. Что вы сказали? Это невозможно. Точно. Я так и думал. Это же был Пол. Когда меня заставили взглянуть на тело, я узнала его удивительные руки художника. Но я же знала, что этого не может быть! Ну как же так? Ну почему же? Успокойтесь, она... сидите тихо! Я знала, что этого не может быть! Вы все узнаете, но я еще не закончил, поскольку мистер Нидер был убит вчера вечером, вам ясно, что он не покончил с собой в прошлом году. Позавчера мисс Нидер видела его в демонстрационном зале и узнала, несмотря на то, что дядя изменил внешность. А вчера вечером, когда мисс Нидер нашла тело в кабинете, она убедилась в этом по шрамам на ноге. Остальные подробности позже. Но главное, что на этот раз он действительно мертв.
И я думаю, что знаю, кто его убил. Где этот человек? Мистер Домери. Кто? Я не беру вас на пушку, но вам не выйти из этой комнаты, прежде чем вы не скажете, где он. В противном случае полиция арестует вас как пособника убийцы. Берни, он не имеет права угрожать тебе. Это незаконно. Немедленно прекратите. Поздно, Синтия. Ты его наняла, и теперь сполна получаешь за свои деньги. Я не верю, что он убийца. Это ложь. Повторяю, где он? Мы встречались на 90-й улице, дом 816. Это многоквартирный дом? Да. Четвертый этаж, квартира 10Б. Он сейчас там? Не знаю. Он всегда сам звонил мне и назначал час встречи. Как его имя? Он там живет под фамилией Диксон. Джордж Диксон. Хорошо. Будем пока называть его мистером Диксоном. Арчи, дай Фрицу свой второй пистолет и пришли его сюда. Кто знает, что может взбрести этим людям в голову. Затем привези сюда Диксона. Адрес? Я знаю, сэр. Арчи, я не хочу, чтобы он убил тебя. Спасибо, сэр. Теперь все понятно. Если Пол был жив, значит, это он разрабатывал модели одежды и передавал их Синтии. А, вот и весь секрет твоих успехов. Ну, я пошел. Можешь не спешить. До твоего возвращения мне нужно кое-что сделать. Вы к кому? Я к мистеру Диксону. Он дома? Дома, дома. Где ему быть еще? Четвертый этаж. Спасибо. Кто? Мистер Джордж Диксон. Я от мистера Домери. У него возникли некоторые неприятности. Я так и знал. Мое почтение, инспектор Крамер. А где Вульф? Вышел обсудить что-то с юристом. Кого вы привели? Ну, того, чей адрес вы мне назвали. Мистер Диксон, вы живете на Восточной 90-й улице, дом 816, квартира 10Б? Да, сэр. Вы же только что у меня были. И вы не знакомы с этим человеком? С этим нет, к сожалению. Тогда посмотрите внимательно, кого из присутствующих вы знаете. Никого, сэр. Ну и кто из вас морочит мне голову? Я ничего не понимаю. А не кажется ли вам, Гудвин, что сначала следует выяснить, кто кому здесь морочит голову? А уж потом отрывать отдел занятых людей. Мы уходим, Стеббинс. Подождите, инспектор. Я все равно должен задать вопрос, который задал бы Вульф. Мистер Диксон, а не мог ли кто-то встречаться в вашей квартире в ваше отсутствие? Согласитесь, сэр. Ведь вы из-за этого привезли меня сюда. Предположим, и тем не менее. У меня небольшая пенсия. Словом, однажды
Я случайно разговорился в кафе с очень приличным на вид человеком. Он спросил, могу ли я ему сдать квартиру для интимных встреч. Ваша задача будет крайне проста, сказал он. Дать мне вторую пару ключей от квартиры и освобождать ее на несколько часов по первому моему звонку. За скромность я вам буду платить $100 ежемесячно. $100 для меня огромная сумма, сэр. Я не мог отказать. Но я любопытен, сэр. И когда я спросил у привратника, что за красавица ходит к моему гостю, он ответил, что никаких красавиц не видел, а видел все время одного и того же молодого человека очень привлекательной наружности. Типичный гомик, сказал он. Я не одобряю гомосексуализм, уверяю вас. Все это возмутительно. Совершенно согласен. Но ведь он не предупреждал меня, для какого рода встреч ему нужна моя квартира. А что похож? Я так понимаю, что это ты привез мистера Диксона. Да, сэр, но, к сожалению, я взял ложный след. Я дал правильный адрес, но это не Джордж Диксон. Я не Джордж Диксон. Объявляем, мое терпение лопнуло, Вульф. Признайте, что вы просто опозорились. Мы уходим, Стаббинс. Сэр, вас хочет видеть мистер Джордж Диксон. Еще секунду, Крамер. Скажи мистеру Домери, что мы тоже рады его видеть. Да, сэр. Как это понимать, господа? Домери? Оригинально. Боже мой, он тоже жив. Ты хоть с чем-нибудь можешь сам справиться? С этим не могу. С Вульфом разбирайся сам, дядя. Я и сам собирался вернуться, но мой племянничек ускорил события. Рад с вами познакомиться, мистер Вульф. Представляете мое состояние? Я узнаю, что в конторе труп. А следовательно, полиция и скандал. Еду к Диксону, чтобы подготовить срочное свидание с Бернардом. И узнаю от привратника, что Диксона, то есть как бы меня, ваш помощник только что увез к вам. Нетрудно было догадаться, что все сотрудники фирмы тоже здесь. И чтобы вся эта путаница не зашла еще дальше, я решил приехать и тоже принять участие в разговоре. Садитесь, сэр. Разговор может занять всю ночь. Вряд ли мою ночь. Я рассказал практически все. Я тоже хочу изложить некоторые факты и узнать ваше мнение. Но вместо рассказа я лучше прочитаю вам это. Я думаю, всем известно, что завтра у мисс Нидер день рождения. Дорогая, в такой день и с такими ужасами. Я уговорил мистера Девареста на несколько часов приблизить вручение этого документа. Он адресован только мисс Нидер, но очень важен для всех нас. Конфиденциальность не распространяется на те документы, которые могут быть уликой при тяжком преступлении. Именно. Итак, проставлена дата 16 мая 1936 года. И место. Йеллоустоунский парк. Моя дорогая Синтия, я отсылаю Генри это письмо с запечатанным с просьбой вручить его тебе в день твоего совершеннолетия. Как бы мне хотелось быть с тобой в этот день. Ты узнаешь, что я покончил с собой. И это сильно расстроит тебя. Ведь мы любили друг друга. Но я не собираюсь убивать себя и надеюсь в будущем вернуться к тебе и своей любимой работе. Я пишу, чтобы объяснить свой поступок. Ты знаешь, я любил Элен. Любил давно. Но Элен вышла за Домери. Я был в отчаянии. Потом Элен вернулась ко мне, но оставалась его женой. Домери узнал о нашей связи и убил ее. Он решил убить и меня. Ты знаешь, он всегда доводит дело до конца. Вот почему я исчезаю. Конечно, это не самый смелый поступок, но я всегда пасовал перед ним. Он ничего не прощает. Возможно, со временем он поймет, что фирме выгоднее, если я буду жив. Такое возможно. Но пока я отсылаю Генри Демаресту это письмо, чтобы ты знала все.
Если со мной что-нибудь случится, и я не вернусь. Я верю в твой талант, очень люблю тебя и горжусь тобой. Твой дядя Пол. Я увольняюсь. Мы откроем новую фирму Нидер и Зарелла. Вы с Роупером нам не конкуренты. Черт возьми. Мадам, сядьте же, в конце концов. Вы хотите обвинить меня в убийстве жены, пользуясь истеричным письмом Пола Нидера? Бредовые фантазии. На фантазии у меня нет времени. Письмо было вступлением. Теперь перейдем к делу. Когда вы в последний раз видели Пола Нидера? Я не обязан вам отвечать. Верно. Но вот эти господа, инспектор Крамер и сержант Стеббинс, не ответите мне, придется ответить им. Так когда и где вы в последний раз видели Пола Нидера? Где-то в начале мая прошлого года, в нашей конторе, накануне его отъезда, на отдых. Теперь факты. Мистер Нидер не покончил с собой. Позавчера племянница видела его живым на осеннем показе. А сегодня утром его видели уже многие. Но на этот раз мертвым. Так вот, что вы скрывали. Но на этот раз это вам даром не пройдет. Вы хотите сами продолжить дело? Или все-таки позволите это сделать мне? Выкладывайте. Мистер Джиндомери, как вы успели заметить, инспектору не понравилось, что от него скрыли важную информацию. Но если бы инспектор знал личность убитого, он, скорее всего, сосредоточил бы все внимание на наиболее вероятном преступнике, мисс Нидер. Она была в здании фирмы вчера вечером. У нее был убедительный мотив убийства. Официально завладеть половиной предприятия. Не так ли, инспектор? Когда и где вы в последний раз видели Пола Нидера? В прошлом году, в мае месяце. Вы слишком хорошо знали характер Нидера. И не поверили в его прыжок в гейзер. Как и не отказались от своего намерения. На самостоятельные поиски могли уйти годы. И вы решили выманить его. Устроили во Флориде рыбалку с племянником. Договорились с ним об инсценировке несчастного случая. Берни? И рассказали ему... Нет! Синтия, поверь, я ничего не знал. Я не хочу оправдываться, но все это сделано без моей помощи. Сэр, он сказал мне только, что его жизнь в опасности, и что спасет его только мнимая смерть. А потом, когда все уляжется, он сможет вернуться. А про Пола Нидера я ничего не знал и тоже считал его... Заткнись и сядь. Благодарю вас. Вы прояснили один из важных вопросов. Но их еще немало. Например, как вы сумели договориться с вашим бывшим партнером о встрече в конторе фирмы? Хотя, я думаю, вы, конечно же, с ним ни о чем не договаривались.
Вот, оказывается, куда ты ее спрятал. Ты жив? Я так и знал. И я знал. Задолго до того, как увидел тебя вчера у здания фирмы. Меня, как видишь, иногда тоже тянет сюда. Одного я не ожидал, что ты окажешься так хитер. Так, а что ты имеешь в виду? Ты выбрал способ самоубийства, при котором невозможно обнаружить тело. А по закону Синтия не может стать полноправной наследницей, пока тело не обнаружено. Твое тело тоже не нашли. Значит, ничего не изменилось. И мы остались хозяевами, как в прежние годы. Только теперь между нами не стоит Элен. Стоит. Стоит. Ее смерть. Ты по-прежнему думаешь, что это я убил ее? Элен упала. Ударилась головой об острый камень. Она была плохой наездницей. Ну а теперь, когда мы оба неожиданно воскресли, я предлагаю тебе мир. Эти модели скоро будут очень, очень востребованы. Да. Да. Синтии не хватает резкости силуэта. Вчера на показе очень сожалел, что не могу сказать ей этого. Еще скажешь. Скажешь. Ну а пока, можешь спрятать папку. Она должна вернуться вместе с твоим настоящим возвращением. Ну, хорошо. Ты был и остался болваном. Нет, Пол Нидер, я, в отличие от тебя, ничего не забываю. И никому ничего не прощаю. Ни тебе, ни Элен, никому! Все, что вы рассказали, делает честь вашей фантазии, мистер Вульф. Что ж, возможно, я слишком увлекся своей версией. Во всяком случае, рад видеть вас вернувшимся с того света. Это, знаете, не часто бывает. Я больше вас не задерживаю. Как, но? Это... И это все? Да. У меня нет доказательств. Честь имею. Мистер Домери, это уже не имеет отношения к следствию. Мне это интересно чисто по-человечески. Ведь миссис Ален вернулась к Нидеру. Изменяла вам. Значит, она любила его, а не вас. Как же вышло, что вы женились на женщине, которая не любила вас? Что? Элен не любила меня. Ложь. Догадываюсь, что вам, мистер Вульф, не слишком известно, что такое любовь. Но это было то самое, что бывает раз в жизни. Элен любила меня, и я боготворил ее. Я знал, что наконец встретил единственную женщину в своей жизни. Но все испортил Пол Нидер. Я должен был убить его. Я должен был убить его много раньше. А она... Она к тому времени стала совсем чужой. Мистер Крабер, вы получили признание Джина Домери. Можете забрать его?
Мне нужно письмо Нидера. Вы положили его в карман. Я сам его написал. С помощью мистера Демареста. Оно вам не понадобится. Я хотела тебе сообщить, что сегодня вечер слоу Фокса. И я обещала Джорджу, что мы примем в нем участие. Нет, не то. Нет, это я не тебе. Нет, я не могу не пойти. Потому что я специально купила у Синтии Нидер платье, которое предназначено для слоу Фокса. Вчера я встречалась с мисс Роуэн, и она купила сразу три платья, а еще пальто с меховой оторочкой. И к этому пальто. Но вам, наверное, все это неинтересно. Но я все равно вам благодарна за такую замечательную клиентку. Не стоит благодарности. Скажите, мисс Нидер, а какое из трех платьев, ну, как будто специально предназначено для слоу Фокса? А, понятно. Это серебристо-синее. С глубоким декольте. Добрый день, мисс Нидер. У вас какие-нибудь вопросы? Кстати, вы завтракали? Да, я просто хотела... Ну, мне кажется, что... Вот, примерьте, пожалуйста. Я хочу посмотреть, правильно ли я рассчитала размер. Мельтонии не бывают красного цвета. Да, но Полли их 3 дня вышивала. Зато они довольно точно изображены. Ну, пожалуйста, примерьте. А что, что-нибудь случилось? Синтия, дорогая, не надо требовать от человека невозможного. Вы и так потрясли мистера Вульфа до глубины души. Теодор! Да, сэр. Эта дюжина у Хьюита отлично прижилась. Посмотри на меня. Но мельтонии не бывают красными. По-твоему, я этого не знаю. Но все равно очень красиво. Может быть. Каждый, наверное, по-своему понимает красоту. И ищет ее по-разному. Кто в людях, кто в том, что на людях надето, кто в изысканных блюдах, кто в цветах, а кто в танцах.